Вот так морожку можно рассаживать осенью. Даже если сломаются верхние зеленые, часть из них еще зеленые, но в основном уже готовится к зиме, весь верх погибает у морожки, так же как у княженики. Вот таким способом. Чтобы не повредить корни, я, Сулейманов Наиль, питомники княженики, рассаживаю. В данном случае из контейнера, но контейнер не лучший способ, потому что вот эти корни могут вымерзать. Лучше на грядке, более стабильная температура при оттаивании, при перемене погоды. Вот. Но для выставки, для перевозок удобно именно в контейнерах. Я могу рисковать, у меня морожки очень много, поэтому я могу рисковать. Часть из них могу выращивать вот таким способом. Вот. Вон уже появились корни. Здесь было где-то около 5 растений видно. Но я думаю, что если рассаживать, здесь будет гораздо больше. Я не знаю, 20-30 растений. Но слишком мельчить я не буду, потому что они еще должны в зиму пойти. Вот. Поэтому вот такую вот грязь я развожу. Но для газона, для луга моего цветущего, это не повредит. Потом размою, и все вырастет, все нормально, выровняется. Вот. Я не буду весь этот процесс до конца размывки показывать.